Привет, ребят, я продолжаю свой сериал «Нелюбимая дочь в королевской семье». Ну да, я показывал вам видео 3 из 3. Это третья часть из третьей. Ну, короче, вот так вот. Но я решила снять 4-ю серию. О, ребята, нас встречает уже подарок опять. Нам что, каждый день решили подарки дарить? Ну, я обалдею. Я уже обалдела. Нам только вчера давали подарок. И опять? Так, мама. Ой, что такое то? Так, пока девочки спят, мы заберем подарок. Тут раз один, и тут опять. Вау, какая сумочка! Да у тебя кроме сумочки ничего в голове больше нет. Не знаю, хотя бы полы помыла. Ой, а сам-то? А я-то шо? Господи. Вещей наберу какие-нибудь. Где же твои предметы? Ой, да, нет, ничего. Пошли уже в отель. Тут холодно, как бы. Заставка зеленая. Эй, а что ты меня залагала? Ребята, что у меня с такой бокой? Ребят! Господи! Что у меня с такой бокой было? Ребята, мне она залагала или что? Крутиться. Ребят, не знаю, на что это отсылка от разработчиков. Блин, капает. Это мне спать мешает. Попробуем уснуть. Так, мою новую сумочку положим. Так, ребята, а давайте-ка... Пока что не лень выходить из этой локации, поэтому знаете просто, что я сделаю сейчас? Пойду на первый этаж в актовый зал. Давайте ждем. Блин, ребят, напишите в комментариях, почему разработчики сделали такую медленную... Класс.
Опа, подождите-ка, ребята. О, деда! Ку-ку. Ку-ку. Так, ребята, давайте-ка. Стол. Ну, конечно же, тут должны быть королевские столы. Потому что как бы это королевский отель. И не только королевский, но и VIP-отель. VIP-отель. Давайте, ребят, давайте. Строим, ничего лишнего. Вот еще один стульчик ставим. Давай. Короче. Тут было-то и не очень много детей. Смотрите, вот. Две подружки сидели. Так, сейчас какой-нибудь ужасный стол поставим. Знаете, для кого? Ну, ребят, вот такой. Знаете, для кого? А для этих нелюбимых дочек. И стул самый ужасный сейчас найдем. Вот. Ахахахаха. Так, давайте детей ложить. Это твое. Я тут-то спать буду, а ты где? Я тут у Костинки. Все, давай спать. Ой, ну давай. А тут для учителя. Был стол учителя. Еще был стол учителя. Ребят, если вы напишите в комментариях то, что... Ой, да ты неправильно считаешь. Вообще-то не такое число будет. То, ребят, поймите, это просто девочки как будто не знали, сколько будет. Учитель говорил то, что да, неправильный ответ говорил. Да, молодцы. А за правильный ответ она говорила неправильно, двойка. Ну, как будто она тоже не любила этих бомжих. Василёк, допей сок, пожалуйста. Какой? Ну твой, что? Там чуть-чуть осталось, просто коробку хочу выкинуть. Вот этот пельмень поела, а не попила ничего. Баба, смотри, кудри держатся. Уже половину дня прошло, и они все держатся. Давай что-нибудь в гардеробе наденем. Давай. Я хочу надеть... Блин, у нас школьной формы нет. Ага. Давай наденем, не знаю. Даже не знаю. Я хочу вот это. А я вот это. Блин, нет, давай вот в этом останемся. Я испачкалась. Какой ужас. Как же мне тебе жалко. Ну ладно. Давай наденем.
Давай я надену вот это, а ты вот это. Давай, тебе так идет, и тебе тоже. Так, давай, если мы не будем что-то понимать, мы просто будем списывать. Давай. Ну, а как мы должны это знать? Ага. Будь здорова. Спасибо. Так давай тут списывать отсюда будем. И вот это возьмем еще. Ой, а как достать? А, все поняла. Спасибо. Да не за что. Так, так, так. Ребята, вы знали, если нажать на животных во время того, как они спят, они перестанут спать. Так, ну давай, все. Ой, ну ты что, какой, все, пошли, расчешемся, умоемся, накрасимся. Ага, точно. Давай, пошли. Так, вместе. Давай я первая. Хорошо. Так, ну все, теперь помада. Хотя лучше тени. Ой, ну сначала помаду достала. Вот так. Ну все, мы накрасились. Какой накрасились, а тени? Точно! Мы тени забыли. Ага, быстрее. Так, так, давай, кремушек, кремушек. Давай. Ой, ой. Так. Так, все, а это чтобы волосы блестели. Давай тебе. У меня звук пропал, ну ладно. Макияжик. Давай тени. Так. Тут одни розовые цвета. Это с татуажем. Так. Ой, ну все вообще. Красота. Ага. Ой, знаешь, что мы забыли? Что такое? Мы забыли духи. Точно, у меня как раз две пары духов. Тебе с каким вкусом? Мне с клубничным. Тогда мне с ежевичным. Обязательно рюкзачок. Пошли. Ага, пошли. Так. Пойдем умоемся. Вставай, в школу пора. Ладно, а мне надеть нечего. Ну что, так пойдешь? Давно я пошли в табу за твои.
А мы покушать пойдем. Пошли. 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 Запрыгивай давай. Пошли. Давай возьмем. Я хочу шоколад. Я хочу чипсы. Так, я тоже хочу. Я тоже чипсы. Пошли на первый умываться всем быстро. Давайте пошли умываться, умываться. Ой, так. Так. Так, в общем. Так, в общем. Я тоже. Я тоже. Пойдемте. Пойдемте. Стоп, девочки! А вы куда это? В школу. Так, подождите-ка, ребят. Я говорю, все на резнах пришли. Я думаю, у нас вообще раньше чуть-чуть, потом половина, а сейчас... А, ну тогда идите, проходите. А тогда идите, проходите. Ну, спасибо. Но это очень удобно, конечно, чтобы с этими деньгами... Сейчас вот этот сметок даже... Вау, это наш стол. Вы куда это? Вот ваш. Да, девочки, давайте. Так, да. Можно для лишних вещей булочку. Конечно, можно. Сейчас спрашивайте, конечно, можно. Так. Ой, ну, зачем я сок взяла? У меня с бутылкой есть. Ну ладно. Так, ну. Пока все новое надо все новое сделать. Так, стилус. Нет, с телефона долго писать. Лучше планшет со стилусом возьму, буду оттуда списывать. А можно на контрольных я буду планшеты и стилуса списывать? Я тоже. Конечно, можно. А нам? Нет, нельзя. Нет, нельзя. А почему и можно, а нам нельзя? Потому что они VIP, а вы нет. Ну ладно. Фальшивая улыбка в мыслях. Эх, почему им все можно, а нам нельзя? В реальности. Ха-ха, ура! Начнем урок. Подождите, мы еще не разложились. Хорошо. Так, а вы почему еще не разложились? А у нас нет предметов. Быстро. Ладно.
виртуальное все. Начнем урок. Ой, подождите, мы еще не все. Ой, для вас урока еще нет пока что. А для них уже есть. Ладно. Давай раскладываться. Давай. Так, Simple Dimple. Так, что-то не достается. Симпл-димпл не достается. Ой, ну ладно. Видите? Ой, нет. Вы видите мое настоящее время? А я тоже буду спланить. Все, давай кладем. Можно начинать урок? Да, можно. Так, берем ручку. Так, вот сюда кладем планшеты. Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, вот тут все написано, давай. Сюда ничего нельзя взять. Только пенал этот и можно. Мы все. Так, все проверили. Проверила все. Спасибо за урок. Можете идти. Ура, рука окончен. Куда это вы? В смысле, так урок же окончен. Для вас нет. А для нас? А для вас да. Ура! Вставай. Ой. Так хочу.
Пойдем, пойдем.